Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detool, и мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя Легенды. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Ребята, всем привет! Срочно поставьте лайк и досмотрите это видео до конца, потому что в этом видосике будет именно ваш состав. Играем за составы наших подписчиков. И, конечно же, мы играем на нашем топовом аккаунте сотого уровня с полной прокачанной подпиской Додзе, а также на этом аккаунте есть все персонажи, они полностью прокачаны, все платиновые и все сотого уровня. Ребята, кто хочет себе такой же крутой аккаунт, кучу баксов, мундагена, конечно же, подписочку Додзе и любого персонажа, пишите нашему подписчику, ссылка на него есть в описании к этому видео, говорите, что от команды Detool вам будет бонус, и, конечно же, наслаждайтесь игрой так же, как и мы, ссылка в описании, быстрее пишите и играйте на максимум. А мы погнали прямиком в турнирную арену Лигу Мастеров. Команда Detool, как всегда, на первом месте. И сейчас мы возьмем первый состав от нашего подписчика. Так, а это Mimiru Games. Так, лайк и сердечко. Я все сделал, мой состав. Угу, состав загадочка. Главный враг черепашек и ниндзя. Супер враг. Угу, супер Шреддер. Супер Шреддер это, да, ребята, хорошая загадочка, мне нравится уже. Главный враг Шреддера. Ну... Сенсей, Мастер-мышь и кролик-самурай. Ты представляешь, вот такая вот история у нас интересная. Залетаем в бой, ребята, а вы не забывайте, чтобы попасть к нам в видосик, нужно обязательно поделиться этим видео со своими друзьями в соцсетях, поставить лайк и, конечно же, написать 3 персонажа столбик в комментариях, либо 3 загадочки, которые мы будем разгадывать уже в следующем видео. Так, ну что, давай начнем с Эйприл Кунаичи, вернее, обычный Эйприл, и атаку от нашего кролика проведем мощно. Да, сразу мышничком ударим, чтобы, ребята, избавиться от хилера. Нет, ничего себе, не сразу, не избавились, вот это бывает же такое. Обидно. Так, и Шреддер теперь тоже мощный. Я вот не знаю, мощную, думаешь, мощную? Ну ладно, давай, чтоб наверняка, Триш 800, что-то слабенько как-то атакует, если честно, я ожидал большего. Двойная атака от Сенсея. Будет мощнее, но... Сенсей, да. Давай по кроликам. Давай по кроликам. Двойную, да. Двойную, конечно. Раз и два, нормально. Чуть-чуть хелсов осталось. Хорошо. Тоже двойная атака, прикинь. И они используют луч света. Ой-ой-ой, антиуклонение и пониженная атака. Но Сенсей, кстати, добил. Вот это красавчик. Вот это молодцом. По 4000. Контратак, ребята, решает. Смотри, как хорошо в связке работает у нас Усаги вместе с Сенсеем. А Усаги приходит на помощь практически всегда и бьет довольно-таки мощно. Смотри, опять они нарвались на ту же самую ошибку. И Сенсей, и Усаги атакуют в контратаке. Да, очень круто. У нас получается сейчас спокойненько. Рафик отправляется отдыхать. Отлично. Дони, наверное, тоже? Ну-ка посмотрим. Да, я думаю, можно попробовать... Так, 2800 чуть-чуть осталось. А двойная атака. Да, представляешь, двойная атака, и все, остался один Дони, а у нас здесь двойная и мощная. Ну давай двойную, двойная будет поэффективнее, наверное, хотя защита у него есть. Атаку Крит... еще понизили ему, и давай-ка мощную, может быть, а? Или да, двойной, да, двойной можно, почему бы нет, не добил. Ну видишь, защита понижена, тут мощная может пройти. Слушай, тоже очень слабенько. Защита, и на контратаке даже не добиваем, обалдеть. А вот здесь вот можно уже и мощную массовую применить и, конечно же, победить, ребята. Шикарная победа. И мы отправляемся дальше. Так, и кто у нас следующий счастливчик? Как его зовут? Так, а это у нас Panda Game. Panda Game, лайк и сердечко, привод Detool, лайк поставил, поделился, колокольчик нажал, подписался, конечно же, уже давно. Отлично, красавчик. Так, мой состав загадка. Тигр с пистолетами. Есть такой у нас, еще и без хвоста причем, кстати говоря. Да, кстати говоря, есть такой. Сейчас мы тигра с пистолетами выберем, давайте дочитаем, кто начал. Сестра Шреддера и черепашка, которая дружит очень-очень сильно с кошкой. Ну, конечно, вот она. Вот она, эта черепашка. Так, а сестра Шреддера это кто? Сестра Шреддера, не знаю, может быть, Карай? Мы перепутали, ну, может, Карочка? Ну, Карай это дочь его. Ну, так сестры нету. Пусть будет дочь. Давай дочь возьмем. В принципе, тоже неплохо. Это семья, все семья, ребята. Так, и загадка тигр с пистолетами. Тигр с пистолетами, тигр с пистолетами. Где-то здесь у нас был тигр с пистолетами.
Вот он, наш тигриный коготь. Поехали в бой. Не забывайте, чтобы в видосик попасть, нужно обязательно поделиться, поставить лайк и написать три персонажа в столбик в комментариях. А и лучше, конечно же, ребята, загадочки написать. Пишите загадки, мы будем разгадывать уже совсем скоро, потому что вы попадете в видосик. Так, ну что, мы начинаем? Да, ребята, давайте атаковать с Лео, мне кажется. У нас здесь хилеров нету, а Лео... Подожди, а Майки из фильма? Давай с него начнем. Он а где хилером. Майки из фильма? А, Майки вот из фильма, ты, вот он, я не заметил, да. Думаю, что за гоблин стоит. Это Майки из фильма, ребята, ой, мощная атака. Ну, мощная, наверное, эффективнее, двойной будет, потому что у нас Майки слабенько очень атакуют, особенно по таким крупным и мощным персонажам. Ну, давайте попробуем сейчас карай удар копьем. Кого хочешь, выбирай, и постепенно урон его 100% добьет. Так, ну а теперь с Лео все-таки продолжим, и вот так вот заморозочку ему. Ну-ка, чекаем. Да, 400, отлично. Еще. Постепенно так, он сделал вот свое дело. Вот Майки к нам прилетел. И Бибов еще атакует. Да, ребята, это хорошо. И, ну, Рок, кстати, промахивается. Промахивается, отлично. И давай добивать, наверное, Лео. Да, давай добьем Лео. Обычная атака, к сожалению, больше у нас никаких нету. Двойная пропала, ребята. И надо вот так вот карай тоже обычной добить. Хорошо, три персонажа осталось. Так, хорошо, и теперь Вантуса Мэна, давай хорошо мачете, наверное, его зарядим. Давай, мачете в бой, ребята, мощная атака от тигры, 6200, и, конечно же, мимо, все мимо, смотри, они попадать-то будут вообще? Вязает, так, попкорна юзает, пи-пи-пи-п, и что он? Иммунитет вешает. Иммунитет, постепенный хил, а мы добиваем все-таки Майки Лесного. И здесь у нас остается Рокстеди и Биба. Прям по всем повышенная атака. Даже да, не знаю, кого выбрать. Состав получается. И да. Хорошая атака от нашей карай. Вот так вот Биба и Боба у нас остались. Так, два друга. И достреливаем. Оп. Ух ты, случайно массовый применил атаку. Это было случайно, так. Я думал, что пистолет мощная у нас... Мощная атака от Рокстеди промахивается. Как хорошо, что у карай есть пассивка, которая уклонение вешает. Да, ребята, промахивается, и здесь у нас остается очень мало хелсов, а нам надо что-то сделать. Вообще, можно было бы двойную... Ой, уклонение применить, хотя уклонение у нас у двоих... У нас висит уклонение и у Майки, и у... Да еще и у тигра теперь. Да, ребята, и здесь мы добиваем... Хотелось бы добить Бибопа, но не добиваем. Вот так вот Майки еще старается что-то сделать, и карай. Да, не хватает нам немножечко суператаки. Но... Очень хватает на самом деле, но все равно даже такими способностями мы раскатываем противников. Да, совершенно неплохо, ребята. А мы отправляемся дальше. У нас следующий составчик от Галипа Ахи. Галип, тебе лайк и сердечко. Мой состав загадка. Все сделал, поделился, лайк поставил и, конечно же, подписался. Так, у нас здесь был человеком, разлил мутаген и стал крысой. О, ну это у нас один только. Есть такой друг. Это наш сенсей, создатель пиццы, ребята, создатель пиццы, это, конечно, пицца Лицей. И был человек, он пал в мутаген и стал мухой. Вот такая вот история. Бакстер Стокман Флай у нас. Да, Бакстер Стокман Флай, я вот уж точно не помню, где он у нас находится, потому что очень редко бывает у нас в составчиках. Ну, он, нет, не он. Вот. Вот он. Поехали в бой, ребята. Не забывайте делиться видосиком, ставить лайки и писать ваши составы в комментариях. Чтобы попасть в видео, конечно же. Так, смотрите, здесь опять те Майки из фильма. Кстати говоря, так что с него начнем. Слева, да, Майки из фильма, левый. Майки из фильма. Самый левый. Вот он. Я его все путаю. У меня такое ощущение, что это какая-то горгулья стоит. Он какой-то очень странный. Так, что у нас здесь есть интересного? Мы можем... Можно вот эту последнюю атаку использовать. Она, по-моему... Не разрушитель. Да, она не массовая, ребята. Давайте тогда колбочку вот эту вот запустим. И 1800, и оглушили. А здесь хорош, у нас... Так, Майки теперь танцует у нас, и... Танцы от Майки атаку повышает выше. Атаку. Угу, да, на повышенной атаке они опасны, эти ребята. Ну давай, давай мощную. Атаку мощную от нашего сенсея. О, как хорошо. Минус хиллер сразу же сходу. Вантус массовая и, конечно же, контратака. Так, сенсей 2200. Очень хорошо. И давай скалками. Или даже последний, не последний, это разрушитель. Во, вот это вот зомбирующая пицца. Да, давай зомбирующий пиццу. Можно.
Забросим у нас по пострадавшему от контратаки сенсея Майки. Раз здесь, посмотри, эту мощную атаку хочешь применить, кому достанется Бакстерму Стокману Флайу. Да, Бакстер Стокману, на удивление, держится хорошо, молодцом держится. Ну-ка, оп, оп, но не хватает ему чуть-чуть силы атаки для того, чтобы добить. Так что массовая атака против нас летит, а это значит, что сенсей сейчас контратакует и добьет Майки. Да, сенсей молодец, специалист и подлечился, красавчик. И здесь у нас повышенная атака по нашему здоровяку. И что у нас? А, это разрушитель, нельзя разрушитель, обычный убьем. 3000, хорошо. И контратакует у нас сенсей по Рафику. Так, что у нас ну-ка, здесь? Сенсей... Сенсей контрактовал, и Муха. Муха атакует Рокстеди. Да, давай, Рокстеди, попадаем. Защиту снижаем, меткость снижаем. И Майки едет на скейте. Майки хорош. И сенсей сейчас добьет, наверное, уже Рокстеди с концами. Да, добивает. У нас осталось всего два друга, но у нас тут только скалочки. Массовые атаки мы не применяем. Пока у нас два персонажа. И здесь у нас Раф. И Раф здесь теперь рвется в бой. Прям мощную атаку с ноги. Да, Мухе досталось. Мухе достается, но никак ее никто не может добить. Обычно Бакстера Стокмана Флая первым убивают в первые же начало секунды, первые секунды битвы. Но здесь он живет, здесь он держится, молодец. А, его пиццелицей лечит. Пиццелицей, смотри, еще подлечил, а? Хорош пиццелицей. Помогает своей тиме. Да, пиццелицей у нас очень добрый и хороший. Ну, с виду. Так, что у нас? Массовую атаку теперь можно применить, правильно же? А, у нас колбочка даже остановилась. Давай, наконец, используем колбочку вот эту вот. О, дарить ничего себе. Знаете, вот это нормальный удар. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях. С вами была команда Detol, до новых встреч, новых видео. Пока. Пока.